Лена стала моделью, когда ей было 19 лет. Для этого она проделала длинный путь. Я отправилась в Токио на каникулы. У меня к тому моменту было 10 копеек подписчиков в Твиттере. Там я познакомилась с девушкой, мы разговорились о фотографии. Мы гуляли и делали снимки друг друга на улице. Когда она запостила нашу фотографию, представители ее модельного агентства связались со мной и предложили работать на них, рассказывает Лена. Чаще всего она постит в Инстаграм информацию о своих передвижениях по миру. Я обожаю путешествовать и снимать. Мне хочется, чтобы люди больше знали обо мне и о местах, где я побывала. Для серии фотографий Instagram vs. Реальность, Instagram vs. Реалити Лена расположила снимки рядом друг с другом, чтобы лучше показать эффект. Конкретно для этих фото я использовала приложение Alike, уточнила Лена. А вот реальные фото представлены совсем без ретуши. Как видите, лицо на них смотрится совсем иначе. Фото Instagram.